Сочи в очередной раз принимает главный старт страны в олимпийских классах яхт. В регате участвуют 193 яхтсмена из 16 регионов страны. Это будет очень важная регата для всех участников, потому что здесь отбор в сборную на следующий год. Погода в прошедшее воскресенье, когда был дан первый старт, выдалась гоночной. Помимо теплого солнца, она порадовала и хорошим для яхтсменов ветром. Дистанции было 3 для виндсерфинга, для скоростных классов и для швертботов. Тяжелые гонки такие. Ну, в одной гонке отличились, выиграли крайнюю гонку, собрались. Вот, вся регата впереди. Очень ждем завтрашнего дня. Надо отметить, что традиционно на чемпионате России по парусному спорту выступают сильнейшие, в том числе олимпийские чемпионы. Гонки в акватории базы «Югспорт» в Сочи будут проходить всю неделю. Медальные запланированы на 12 октября.